Всем привет! Совершенно недавно сам столкнулся с вопросом, чем порезать поролон и как и чем его склеить. Как оказалось, ответы на эти два вопроса очень простые. Режут поролон канцелярским ножом, как в моем примере. Мне потребовалось изготовить поролоновый бокс. Сделал разметку и легко нарезал заготовки. Некоторые косяки, конечно, возникают, но они легко корректируются обычными ножницами. После подготовки деталей переходим к склейке. При выборе клея для склеивания поролона наткнулся довольно-таки на широкий выбор. А после прочтения ряда статей и обсуждений на форумах, свой выбор остановил на красном мебельном клее. По запросу в поисковике «красный мебельный клей» вы именно на него и наткнетесь. Мне этот клей понравился своей текучестью, легкостью нанесения и тем, что быстро схватывает. При этом сохраняет эластичность и прочность. Его можно наносить прямо из бутылки через отверстие или классической кисточкой. После нанесения клея детали надо слегка прижать друг к другу и удержать некоторое время. Полное схватывание происходит примерно через 24 часа, но по факту клей начинает держать уже через несколько минут, и это очень удобно при работе. Такой клей в среднем стоит около 300 рублей за литр. И не переживайте по поводу остатков, этот клей прекрасно пригодится в быту для склеивания различных материалов. Сам немного поэкспериментировал и был приятно удивлен результатом. Например, планирую использовать его при работах по утеплению ворот гаража. Но это будет уже другое видео. А на данный момент всем пока. До новых встреч!